Всем привет! Вы на канале «Современные родители». Сегодня расскажу про электросамокат GT и S6. Прежде чем приступим, предлагаю вам активировать колокольчик и подписаться на канал. В описании под видео вы найдете ссылки на лучшие цены. После просмотра жду ваши лайки и комментарии. Отличный вариант для передвижения по городу, езды на работу и прогулки в парках. Легкий вес и простой механизм сложения позволят вам быть максимально мобильным. LED-подсветка не только будет ярко освещать вам дорогу в темное время суток, но и будет привлекать внимание проезжающего мимо вас транспорта. Мягкие колеса электросамоката 8 дюймов. За набор скорости отвечает переднее мотор-колесо. Хорошее сцепление с дорогой обеспечивает литая резина с глубоким протектором. Электросамокат весит всего 12 килограмм. Его можно легко взять с собой в общественный транспорт или с легкостью поднять на 10 этаж. Два тормоза. Переднее колесо оснащено рекуперативным тормозом, а заднее – крылом тормозом. Во время нажатия на ручку тормоза система рекуперации плавно и эффективно останавливает электросамокат. Мощность электродвигателя составляет 250 Вт, а емкость аккумулятора – 7500 мАч. Этого достаточно для того, чтобы быстро развивать максимальную скорость за короткий промежуток времени. Аккумулятор самоката заряжается всего за 4 часа. За счет этого вы экономите массу времени, сохраняя его для увлекательного катания по улицам города, паркам и просто езды на работу. На одном полном заряде аккумулятора возможно проехать до 25 километров в эко-режиме. Не стоит забывать, что дальность поездки зависит от рельефа дороги, от веса водителя и типа езды – динамичная или спокойная. Этот электросамокат выдерживает до 120 килограмма. Значит, на нем может кататься и взрослый, и подросток, а также можно взять с собой на борт питомца. Я проанализировала отзывы и выделила основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Слабоватая герметизация в районе дисплея. Мощность слабовато тянет в горку, но можно помочь ногой. Алюминия в каркасе нет. Хватает на 10 км при весе 75. Заряжается часов 6. Очень недолговечный. Теперь перейдем к положительным. Собран неплохо. Оптимальная развесовка при переноске в разложенном состоянии. Привлекательная внешность. Узкий руль. Отсутствие наружных тросиков и проводов. Надеюсь, вы уже поставили лайк и написали комментарий. А теперь самое время подписаться на канал и включить колокольчик. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. До скорой встречи на канале «Современные родители».